Всем привет! С вами рецепты здоровья и красоты. Сегодня я расскажу о самом легком способе лечения межреберной невралгии. Очень простой рецепт. Многим помог избавиться от заболевания. Улучшение наступает после первой процедуры. Итак, соединить в равных пропорциях йод с глицерином. Хорошо встряхнуть бутылочку. Она должна быть из темного стекла. И ватным тампоном, смоченным в этой смеси, смазать спину и всю больную область, кроме позвоночника. Втирать не надо, просто смазать. Затем надеть ХБ белье, тепло не укрываться и лечь спать. Потребуется 15 процедур, причем надо их делать на ночь. Этот рецепт хорошо помогает при обычном радикулите, миозите, ушибах. Будьте здоровы, всего вам хорошего, до свидания.